Похоже, эти царапины, я не могу их поглотить. Должно быть, они не из чакры. Это в основном материализованная чакра, но он замешивает туда железо из своей крови, чтобы придать им форму, чего уже достаточно, чтобы они считались физической материей. И карма не могла бы их поглотить. Так что будь начеку. Что важнее, какого черта с тобой происходит? Куда подевался Мамашики? Не знаю. Может, это из-за таблеток? Может и нет. Но такого раньше не случалось. Значит, это ненадежно. Черт. Смотри, не потеряй контроль. Беспокоиться будем потом. А сейчас... Давай завалим его. Это решит все наши проблемы, разве нет? Каким бы ни был эффект таблеток Амада, они не избавят тебя от Мамашики по-настоящему. Ты все еще О Цуцуки. Отныне и навсегда. А откуда он знает о таблетках? Не то чтобы мне было дело, Боруто. Ты или Мамашики. Покуда ты годишься на роль жертвы десятихвостому для проращивания древа. А с этим все в порядке. Качество вопросов не вызывает. Ты будешь первоклассной жертвой. Нет, спасибо. Мой ответ не изменится. Вопрос отныне заключается не в том, станешь ли ты О Цуцуки, а когда ты им станешь. Я вернусь за тобой, как только ты созреешь. А до тех пор... Я с тобой попрощаюсь. Было весело, Боруто Узумаки. До скорой встречи. Эй, стоять! Пойдем, Каваки. Она ждет.